Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и сегодня я расскажу о 7 лучших инфракрасных обогревателях, которые позволят быстро наполнить помещение теплым воздухом. В данный топ вошли 7 моделей обогревателей различных торговых марок, чьи технические характеристики и особенности выгодно отличают их на фоне аналогов. Ну а перед тем, как я начну, хочу напомнить, что на канале «Правильный выбор» вы найдете много интересных обзоров и рейтингов на различные устройства. А еще мы информируем своих подписчиков о том, где можно приобрести все товары, упоминаемые в роликах, по выгодным ценам. Кстати, стоимость героев этого топа вы сможете сравнить самостоятельно, перейдя для этого по ссылкам, оставленным в описании. Самое время подписаться на канал и нажать на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. А я начинаю топ 7 лучших инфракрасных обогревателей. Поехали! Первый герой топа – Балу BIH-AP410. Он предназначен для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Универсальные поворотные кронштейны, которые идут в комплекте поставки с обогревателем, дают возможность удобного монтажа и регулировки угла обогрева. Кроме того, обогреватель имеет компактный корпус и стенки с увеличенными углами наклона, благодаря которым прибор под потолком визуально выглядит намного тоньше. Устройство эффективно прогревает участок помещения площадью до 12 квадратных метров, при этом повесить его можно на высоте до 3,5 метров. Так что обогреватель оптимально подходит для обогрева офисных, торговых, общественных помещений, дач, кафе, баров, ресторанов, гостиниц и отелей, VIP-зон аэропортов и вокзалов. Большинство покупателей отзывается об этом обогревателе крайне положительно, отмечая его высокую эффективность даже в помещениях с большей площадью, чем заявлено производителем. Так что данный прибор заслуженно попадает в наш топ. Единственный его недостаток – отсутствие защитной решетки, поэтому при установке на стену следует быть осторожным. Еще один инфракрасный обогреватель от Балу в нашем топе – модель BIH-L20, которая нравится покупателям за быстрый нагрев, компактные размеры и возможность установки практически в любом месте. Если первый герой видео эффективен в помещениях площадью до 12 квадратных метров, то этот обогреватель подойдет для более просторных помещений площадью уже до 20 квадратных метров. А благодаря повышенной влагозащите этот обогреватель можно использовать даже в дождь в полуоткрытых помещениях. Прибор может монтироваться практически на любую поверхность при помощи комплекта кронштейнов, входящих в комплект поставки. А благодаря использованию профессионального стального телескопического штатива появляется возможность мобильной установки устройства. Обогреватель идеально подходит для обогрева летних кафе, ресторанов, баров, беседок, дачных домов, гаражей, квартир. Он обеспечивает зональный нагрев всех поверхностей, на которые попадают его лучи, что позволяет очень быстро создать комфортную обстановку. Также этот обогреватель примечателен надежной системой безопасности, которая поддерживает стабильную работу. Система конвективного охлаждения предотвращает чрезмерный нагрев, стальная хромированная решетка защищает от случайного касания, а встроенный термостат служит для защиты прибора от перегрева, помогая сохранить в помещении температуру на комфортном уровне. Продолжает наш рейтинг лучших инфракрасных обогревателей Risanta ECO 1500. Он позволит быстро обогреть любые жилые, офисные или производственные помещения, будь то квартира, кафе, спортзал, учебные заведения или склад. Данный обогреватель может быть использован как в качестве основного источника тепла, так и для дополнительного обогрева определенного участка пространства. Прибор обладает мощностью 1500 Вт, которой вполне хватит для поддержания комфортной температуры на площади в 15 квадратных метров. Установка прибора возможна под потолком на высоте до 3,5 метров, но, как отмечают пользователи, он более эффективен на более низкой высоте. Также стоит отметить, что для уличного размещения он не подходит, так как нет соответствующей влагозащиты. Но в целом Risanta ECO 1500 – это отличный обогреватель за свои деньги для внутреннего размещения, который нравится покупателям за простоту в эксплуатации, долговечность и небольшой расход электроэнергии.
Следующий герой нашего рейтинга – Neo Klima Shaft 2.0. Отличительной особенностью данного прибора является то, что питание к нему поступает от электрической сети посредством стандартной розетки, что позволяет использовать обогреватель в любом доступном помещении. Например, его можно задействовать на летней веранде кафе или ресторана в прохладную погоду, чтобы гости чувствовали себя более комфортно или у себя дома. При этом обогреватель не требует установки на потолке, а ставится на специальный штатив в любом уголке помещения. Кроме того, благодаря специальным креплениям Neo Klima Shaft 2.0 поддерживает вариант настенной установки. Также стоит отметить, что в обогревателе предусмотрена защита от перегрева и нагревательный элемент закрыт. Поэтому можно не беспокоиться, что маленькие дети у вас дома или посетители вашего кафе могут случайно обжечься о него. Что касается обогрева, то мощности прибора в 2000 Вт хватает для эффективного использования на площади до 20 квадратных метров. Если вы ищете мощный мобильный нагреватель, то стоит обратить внимание на Neo Klima Shaft 2.0. Своей работой он вас точно не разочарует. Напомню, что посмотреть актуальные цены на все обогреватели из данного видео в различных интернет-магазинах вы можете на специализированных сервисах, ссылки на которые я оставил в описании. Жмите на ссылки понравившихся вам приборов и сравнивайте их цены после того, как досмотрите этот ролик. А пока что переходим к следующему герою нашего топа. Polaris PKSH0508H, как и предыдущий герой этого видео, является отличным мобильным инфракрасным обогревателем. Он не требует установки на стену или потолок, его можно подключить к розетке и поставить в центр или угол любого помещения. Отличный вариант как для квартир, так и для офисов, кафе, ресторанов и гостиниц. Цилиндрическая капсула с нагревательным элементом в центре эффективно нагревает воздух в помещении во все стороны от прибора. И как отмечает производитель и владельцы, этот обогреватель отлично справляется со своей задачей в помещениях площадью до 20 квадратных метров. Можно не переживать о возникновении пожара, ведь прибор оснащен защитой от перегрева и опрокидывания. Вы даже можете устанавливать этот обогреватель в горизонтальном положении, не боясь, что от его работы может загореться ковер или другое напольное покрытие. Из других особенностей устройства стоит отметить два режима работы, которые регулируются с помощью механической ручки на корпусе, а также функцию таймера, которая позволяет устанавливать время работы прибора продолжительностью до 3 часов. В общем, если вам нужен компактный, эффективный обогреватель, который можно с легкостью перемещать из помещения в помещение, то рекомендую обратить внимание на эту модель. Следующий герой нашего топа лучших инфракрасных обогревателей – Hyundai HHC240UI693. Данный обогреватель предусматривает как потолочное, так и настенное крепление, но производитель рекомендует устанавливать прибор на потолок, так как в этом случае будет исключена вероятность соприкосновения с горячей поверхностью. Главная особенность этого прибора – высокая мощность в 4000 Вт, которая позволяет эффективно прогревать помещение площадью до 40 квадратных метров. Учитывая, что прибор эффективно справляется со своей задачей на высоте даже в 3,5 метра, он отлично подходит для производственных помещений. Также его можно устанавливать и в других местах с высокими потолками с питанием от сети в 380 вольт. Огорчает лишь отсутствие влагозащиты, так что для размещения на улице он не подойдет. В остальном же это отличный обогреватель, который идеально подойдет для гаража, цеха или небольшого производства. Его мощности с лихвой хватит, чтобы заменить центральное отопление, так что даже в холодную зиму он будет отлично прогревать помещение до комфортной температуры. Завершает наш топ представитель компании Electrolux. Инфракрасный обогреватель EIH AG2 2000E больше похож своим внешним видом на масляные обогреватели, но гораздо эффективнее их и даже выигрывает по скорости нагрева у инфракрасных аналогов с такой же мощностью. Это стало возможным благодаря системе комбинированного нагрева, состоящей из двух нагревательных элементов и большей площади поверхности, отдающей тепло, в результате чего нагрев помещения при использовании такого прибора происходит на 15% быстрее, чем при использовании аналогичных моделей с такой же мощностью. А высокотехнологичное покрытие нагревательного элемента Anodic Coat усиливает мощность инфракрасного излучения, увеличивая радиус действия этого прибора до 20%, в результате чего этот обогреватель при мощности в 2000 Вт быстро и равномерно прогревает помещение площадью до 25 квадратных метров. Еще одна особенность этого прибора – наличие колес, что позволяет устанавливать его на полу,
а при необходимости перемещать из одной комнаты в другую. Также обогреватель Electrolux имеет крепление для настенной установки. Что касается функционала, то данная модель оснащена электронным блоком управления, отображающим заданную и фактическую температуру в помещении. Есть режим полной и половинной мощности, который позволит сэкономить расход электричества, а также таймер и родительский контроль. Одна из наиболее примечательных функций – это антизамерзание, при которой высокоточный электронный термостат автоматически включит нагрев прибора, если температура в помещении опустится ниже плюс 5 градусов Цельсия. Если вы ищете многофункциональный мощный обогреватель с возможностью быстрой транспортировки, то данная модель вам точно понравится. На этом, дорогие зрители, у меня все. Напоминаю, что стоимость всех обогревателей, упоминаемых в этом рейтинге, вы можете сравнить самостоятельно, перейдя для этого по ссылкам, оставленным в описании. Ставьте лайк, если вам понравился ролик, а если вы уже являетесь владельцем одного из этих обогревателей, то напишите о нем в комментариях. Я думаю, многим зрителям будет интересно узнать мнение реального владельца. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео, и чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале «Правильный выбор».